друзья, всем привет. Работа в селе никогда не заканчивается. Правильно мне написали. Только-только утеплил трубу, перекусил кукурузкой. Вчера были в Гадиче, купили кукурузы 15 гривен килограмм. Не могу найти мастерок. Придется, буду делать шпателем. Еще, наверное, песочка. В общем, делаю 1:4. Думаю, нормально. Не совсем удобно в ведре это делать, но нормально. Заделал эту сторону. Пойдемте теперь снутри. Ну вот и все. Больше нет отверстия. Если бы курил, сейчас бы наперекур сел. Но не курю уже лет 12, наверное. Как-нибудь, раз я уже рассказывал, но как-нибудь расскажу, как я бросил. Хотя курил больше 35 лет. Колодец закрыл. Мэри все равно сюда не запрыгнула. Хотя она сейчас становится такой на свежем воздухе прыгучей. Береженого Бог бережет. Как говорят, от греха подальше.
Вот столько вчера боя получилось. А вот столько целого кирпича. И две трубы. Ну, трубы еще пригодятся однозначно. Да и кирпич пригодится. А почему бы и нет? Трубы, если надумаю. Печь во дворе. Трубы подыму, и будет вам тындыр. Красота ж будет. Но это уже, конечно, не сегодня и не в этом году. Однозначно. Фух. Ой, еще работы. Губатый так и не перестает. Уже какой день подряд. Бывают такие порывы. Наш шатер подымает. Просто-напросто подымает. Укрепил уже. Кухню металлическую тоже ее сносит. Такое красивое дерево у нас. Это ясень. Старые, конечно, уже. Ну, еще живет. Такой тень она дает здесь. Сегодня еще ребята должны приехать. Все-таки будем ломать тот курятник. Сейчас, кстати, пойдем посмотрим на него. На чердак. Вот этот сарайчик. Он 1,20 на 1,20 м. Нужно убирать. Вот этот куст убирать. Смотрите, какая красота вырисовывается здесь. А это стоит... Какое-то, не знаю, как бельмо на глазу. Я уже показывал. Держать здесь какую-то живность. Вот он лес. Это лишний раз приваживать сюда хищного зверя. А что-то хранить? Ну что вы будете хранить здесь? 1,20 м на 1,20 м. Ну, просто не знаю. О. Его нужно убирать. Навес для дров. Что-то делать. Отдельно. Кличка Мавра 2248. Не знаю, что это. Порода Симментал. Есть такое? Симментал. Породность. Я не знаю. Дата народжена 12-69 рик. Жива вага 480 килограмм. Ага, этот бык, наверное, был. Да, процент жиру 3,72. Нет, корова. Мавра, точно, вот, мавра. Добовый, короче, молока давал 11 литров в сутки. Класс первый. Вот так, что есть на чердаке. И тут таких табличек очень и очень много. Вот это, наверное, жуки еще тоже 60-х годов. Ну, вот такой он. Полностью трухлявый. Ну, единственное, конечно, целое это. Ну, разобрать кирпич пригодится. На тот же самый, на ту же самую печь или на ту же самую яму еще. Ну, старый заброшенный чердак. Ничего здесь, конечно. Я думаю, ценного нет. Так что однозначно он под снос. Никаких курей, куропаток и всего остального рядом с лесом. Ну, это лишний раз, правда. Чтобы лисички сюда бегали. А у нас все-таки Мэри есть. И Милка уже. Все, друзья. Сегодня еще видео будет. А пока... Говорим до свидания. Огромная всем благодарность за советы, за подсказки и, конечно же, за материальную помощь. Надолго не прощаюсь. Мы скоро с вами увидимся.